Так, мы находимся в городе Солнечногорск, Московской области, в спортивном клубе «ВКонтакте», где проходит мастер-класс Михаила Пуляева, известного российского спортсмена дзюдо. Сейчас мы посмотрим варианты некоторых приемов стойки в исполнении Михаила Пуляева. Вот бросок через спину, да, вот все знают. Вот. Классический. А есть вот вариант, когда я делаю, он знает, что я делаю. Бросок шифрует. Вот он меня встречает, и у меня получается здесь подламывается спина. Мне тяжело его отсюда вытащить. Вот. И здесь такой вариант есть. Локоть не сюда, не под мышку под эту, а его выносить вот сюда, наверх. Получается, вот он насаживается. И мне его легче отсюда вытащить. Никто не делал, как тебя. Это делал, почему? Вот здесь вот сюда он осаживается, и у меня спина ломается здесь. Мне его тяжелее вытащить. А здесь тоже осаживаемся. Да, вот там аптечка. Он делал и как бы такой вставкой. Ногу сюда и руку вот одновременно. Осаживаемся. Как обычно, спина, только локоть не сюда, а вот сюда. Попробуйте. Алексей! Михаил, это один из ваших коронных приемов. Этот вариант с работой локтем, он как-то сам собой вышел или кто-то подсказал? Нет, тренер мне тоже сказал, Владимир Яковлевич Драчкович, когда был в юниорской сборной. Зачем что-то придумывать, когда уже все давно придумали? Ну, он это вам подсказал ввиду каких-то ваших особенностей строения тела? Нет, ну просто вот здесь ввиду, что, как я объяснил, что здесь спина подламывается, когда залазит, соперник я назад, здесь за счет того, что локоть выносит, и она меньше ломается. Но именно для вас это стало такой, ну, изюмом? Нет, я и так делал, когда так получится. Когда... Но для, вот, по вашему мнению, эффективнее все-таки какой вариант? Смотря кому как. Кто-то любит так делать, кто-то так делать. Ну, для вас. Больше я вроде смотрел большинство ваших приемов через спину. Я старался сюда, да, потому что именно... Спина сюда идет, а это вот. Правый набор. Правый набор вынесли, а вот сюда его. Локоть вниз, а эту руку к себе, к животу. Вот. Не сюда вот, не сюда локоть. Не сюда.
А вот сюда, вперед. И эту руку к животу. Попробуйте. Давай, что вот так. Ну как ты бежать, Степан? Стоишь, пристраиваешься, пристраиваешься. Да. Ну значит, в другую сторону сделать. Болит это уже? В другую сторону. Попробуй, сделай. А вот А ты не сопротивляй, зачем ты его отшагиваешь? Я его не отшагиваю. Вот. А руку смотри, руку вторую тянешь, руку вот здесь возьми, даже. Давай, выйди. Вот здесь взял, вот здесь. Здорово, давай. Вот. Зачем ты вниз садишь? Помогай ему наоборот. Давай, сбрось, сбрось. Ты его вот так расставляешь, ты его наоборот. Вот, держи. Михаил, а вот этот вариант можно делать с односторонним захватом и классическим? С односторонним не получится у вас. Вот не бросайте их. Не, я не буду. Его с односторонним так тяжело засунуть. Тяжело? Пробовали? Пробовал, так нет. И там смысла нет. С односторонним она и так не подламывает у вас спина. Ее легко вернуть. Угу. А сюда уже нельзя. Да, только что у тебя ноги твёрдые? Михаил, еще знаете вопрос, вот направление самого броска. Оно идет через голову, в диагональ или... Круче, лучше. Вот, зашел я и скручиваю. Ну, то есть все-таки диагональ, не прямо через голову, да, а ну, диагональ. Это как в идеале, а как получится, соперник уже сопротивляется, выкручивается. Вот такие интересные наработки показывает Михаил Пуляев.